Новая эпоха, век машин, он достиг невиданных вершин. Технический прогресс. Ну-ка, ну-ка, что это за штука? Новая покупка, это мясорубка. О, чудо! Мясник заходит к Суинни побриться. Разумеется, бесплатно, ведь он хозяин дома. Расслабившись в парикмахерском кресле, мясник хвастает, что получил этот дом практически даром благодаря дружбе с судьей. И тут Суинни понимает, кто написал на него когда-то ложный донос. Бритва замирает у горла мясника.